Здравствуйте! Сегодня в обзоре актуальные темы в сфере налогообложения на этой неделе. В тестовом режиме запущена автоматизированная информационная система государственных налоговых органов «Е-Актив». Практическое руководство по ее использованию размещено на сайте ГНК. Система позволяет отражать все операции, связанные с учетом основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ресурсов, а также формированием и уменьшением уставного капитала. С 1 января 2022 года использование системы станет обязательным для плательщиков НДС и юридических лиц, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%. Что делать, если в интерфейсе «Проверить мой статус» сразу два критерия касаются налоговой отчетности и предупреждают о повышенных рисках? Специалисты ГНК рассказали, в каких именно случаях на плательщика НДС будут незамедлительно наложены ограничения, а при каких обстоятельствах организованы мероприятия налогового контроля. По состоянию на ноябрь в интерфейсе «Проверить мой статус» 144 597 предприятий с высоким уровнем налогового риска. У большинства организации предупреждения выходят сразу по нескольким критериям, поэтому общее количество критериев насчитывает больше 565 тысяч, 20% из них, а именно 115 138, касаются отсутствия собственной, арендуемой или безвозмездно используемой недвижимости. Как проверить подлинность подтвержденного договора аренды недвижимого имущества в интерактивном сервисе EHR? Для этого нужно отсканировать уникальный QR-код свидетельства о постановке данного договора на учет в налоговых органах. Код содержит подробную информацию об арендодателе, арендаторе и арендуемом объекте недвижимости. Напомним, что сейчас сервис EHR работает в тестовом режиме. Чтобы обеспечить исполнение пункта 10 постановления Кабинета министров за номером 563 от 9 сентября 2021 года, в программном продукте создана возможность оформить договора аренды, заключенные со студентами, без электронной цифровой подписи путем ввода кода подтверждения, отправленного на его мобильный телефон. И еще одно новшество в системе EHR. Теперь с разрешения арендодателя арендатор может сдать арендуемую недвижимость стороннему лицу, то есть в субаренду. Улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций и объектов социальной сферы в отдаленных махалях. Для реализации этих задач в Джандорском районе Бухарской области под руководством специального штаба при председателе Государственного налогового комитета ведутся благоустроительные работы общей стоимостью свыше 50 миллиардов сумов. 11 ноября в республике отметили День профессиональных союзов Узбекистана. Поздравления специалистам сферы направил председатель Государственного налогового комитета, который подчеркнул важность и значимость усилий профсоюзов по защите социально-экономических интересов и трудовых прав работников и членов их семей. Это были главные новости уходящей недели. Более развернутые ответы на ваши вопросы вы можете найти на официальном сайте ГНК и каналах в соцсетях. До встречи в следующем выпуске!